Всех приветствую. Сегодня разберем русскую народную пляску, матросскую пляску, всем известную под названием «Яблочко». Значит, это обработка бубенцовой. Вот, если что, я не знаю, кто это. Просто нашел ноты в интернете. Мне показались довольно-таки симпатичные. Не слишком сложные, понятные и удобные. То есть то, что нужно для любителя. Вот. Без всяких заворотов, завихрений. Но и есть что поиграть. Так, значит, я вам сейчас сыграл три вариации. То есть здесь три вариации. Вот. Построены они так, что каждая последующая идет чуть быстрее. И в конце третья уже быстрая. Но сегодня разберем только первую вариацию. Потому что... Если разбирать все три, то это будет где-то час, начало даже больше. Вот. Поэтому я лучше разобью на три видео. Постараюсь уложиться в 15 минут. Ну давайте, поехали. Значит, начнем. Значит, размер 2/4. Тональность у нас ля минор. Но начинается с ля мажора. Вот такая вот у нас матросская пляска. Значит, 2/4 у нас в начале. Ноточки ля до диез ми ля. То есть будем считать так. Значит, пальцы. Вот у нас ля, до, диез, ми, ля. Значит, пальцы у нас. 2, 3, 4, 5. Еще ниже. Видно было все. 2, 3, 4, 5. У нас четверти. То есть считай, будем так. Раз, и, два, и. Вот это у нас первый такт. Дальше сразу будем разбирать левую руку. Вот. То есть в левой руке у нас ля мажор. По очереди бас, аккорд. Раз, и, два, и. Ля мажор все знают, я надеюсь. Бас ля у нас под ми шершавый. Или от до у нас через, получается, две. Вот. Ля мажор. Двумя руками будет так. Значит, это у нас четверти в правой, а в левой восьмые. Получается, что у нас слева будет раз, и, два, и. А правую мы будем нажимать только на раз, и на 2. А на и мы будем продолжать тянуть. Получается так. Раз, и, два, и. Еще раз. Раз, и, два, и. Это будет первый такт. Дальше у нас такие ноты. Здесь у нас 2/16. Потом 2/8 залегованные. И 1/8. Значит, будет со счетом так. Раз, и, два, и. То есть этот вот ритм, если вы впервые его будете играть, будет непросто сыграть. Но если вы уже такое играли, то, конечно, тут ничего сложного нет. Значит, на раз у нас до диез ми ре фа. Раз. На и ми соль. И, два. Видите, она залегована. Ми и соль залегована. Это значит, что следующая ми соль у нас не нажимается, является продолжением предыдущий ми соль. Это значит, что ми соль будет и, два, и, а потом до диез ми. Да, и напомню, что у нас знак, если диез, бемоль вы видите, или бекар, он у нас действует на такт. То есть, если вы, например, вот как в этом, во втором такте, ну и в первом такте увидите до диез, например, в первом такте стоит до диез, а потом опять у нас ля, до диез, ми, ля, но уже до диеза не стоит. У нотки до. Вот, это не значит, что его нет. Это все равно, что это все равно значит, что до диез здесь остался. Вот. Значит, второй такт. Пальцы у нас 2, 3, 1, 4, 2, 3, опять 2, 3. В левой руке у нас, значит, ля, мажор, и потом бас до диез напротив баса ля на вспомогательном ряду. Раз, и, два, и. Аккорд остается ля мажорный. Вот. И теперь двумя руками это будет так. Раз, и, два, и. Еще раз. Раз, и, два, и. Так, надеюсь, это понятно. Дальше едем третий такт. Пошла другая гармония, ре минорчик. Значит, правая у нас так будет.
Здесь у нас 2 восьмые, потом 8 третья и 2 шестнадцатые. Со счетом будет так: раз и два и еще раз, раз и два и ноточки у нас ре фа, ля ре, фа ля, ми соль, ре фа. Пальцы такие: третий, четвертый, второй, третий, опять третий, четвертый, здесь второй, третий и первый, четвертый. Вот это вот место, если вы будете первым играть, очень будет удобно. Здесь вообще, в принципе, все удобно. Сейчас раз и два и дальше. Левая рука. Раз, ре минор. Это ниже баса ля, бас ре. Раз и два. На два у нас бас фа. Пятым пальцем под до, да? А аккорд остается тот же самый. От ре минора. Получается раз и два и. Двумя руками это будет выглядеть так. Раз и два и. Раз и два и. Это будет третий такт. Дальше поехали четвертый такт. Правая рука. Раз и два и. Этот ритм уже был во втором такте. Две шестнадцатые, две залегованные восьмые и восьмая. Вот так. Раз и два и. Ноты такие: до ми, си ре, ля до, потом опять ля до. Пальцы 2-3, 1-4 и 2-3. В левой руке у нас ля минорчик. Раз и два и. Двумя руками будет выглядеть так. Раз и два и. То есть вот у вас 2 шестнадцатые. Это значит, что си ре будет между басом ля и аккордом. Вот так. Раз. Вот она между. И совпадает потом с аккордом. Тянется, потому что залегованная бас. И потом опять на аккорд повторяется. Так, это был четвертый такт. Закончилась первая фраза. Дальше. Пятый такт. Ре минор. Значит, здесь уже аккорд у нас. Фа ля ре. Фа первым, ля вторым, ре четвертым. Это четверти. Будет так. Раз и два. И... Ну, здесь, в принципе, по ритму все просто. В левой руке опять у нас ре минор. Ре минор и бас фа. А аккорд ре минор. Здесь это было в третьем такте. Получается у нас раз и два и. Раз и два и. Я думаю, здесь все понятно. На раз и на два мы нажимаем аккорд. Дальше смотрим у нас шестой такт. Ля минор левый. Раз и два и. Этот ритм уже третий раз повторяется. Две шестнадцатые, две залегованные восьмые и одна восьмая. Раз и два и. Значит, ноты такие: ля си, ля до, ля до. А пальцы 2-4, ля си четвертым и ля до вторым третьим. Значит, еще раз с ритмом, со счетом: раз и два и. Двумя руками у нас здесь ля минор, ля минор. Раз и два и. Так, идем дальше. И вот появляется новая гармония, которой не было. Да, это ми септаккорд. Ми у нас выше ля. Шершава кнопочка. Надеюсь, она у вас отмечена. Ми септаккорд, ми, ми септаккорд. Раз и два и. А вот здесь правый будет новый ритм. Значит, здесь вы видите, я надеюсь, вы наблюдаете за нотами. Значит, соль диез си у нас восьмая с точкой. Что это значит? Это значит, что точка продлевает длительность наполовину этой длительности. Вот такое масло масляное, да. Ну, в общем, значит,
У нас в 1 восьмой 2 шестнадцатые. Значит, в половинке восьмой 1 шестнадцатая. И вот эта 1 шестнадцатая, это и есть и точка. То есть вместо восьмой, где 2 шестнадцатые, у нас будут еще 1 шестнадцатая. Получается всего 3 шестнадцатых. Ну ладно, это для тех, кто любит поломать мозги и подумать, да? А для практиков я просто скажу вот так. Вам нужно будет, давайте это сразу слева. Значит, будет раз, и. То есть после и вы сыграете дальше ля. И дальше соль диез си у вас будет уже 2. Получается, это ля будет после и между 2. Получается, раз, и, два, и. Еще раз. Раз, и, два, и. Слева это будет так. Раз, раз, и. Вот видите, я нажал аккорд, а потом на 2 у меня будет уже бас ми. 2, и. Дальше все легко. Раз, и, два, и. Еще раз внимательно слушайте. Раз, и, два, и. И дальше у нас до ми ля. 2, 3, 4, четверти. Раз, и, два, и. Закончилась вторая фраза. Здесь у нас все по 4 такта. Раз, и, два, и. Так, дальше идем. Дальше у нас ре минорчик. Четверть фа, ля, ре. Пальцы 1, 2, 4. Раз, и. Сразу показываю двумя руками. А если, я думаю, вы уже будете разбирать. Если вы будете разбирать сразу двумя, то вы уже поймете принцип. Вот, и у вас уже должно двумя сразу получаться. Раз, и, два, и. То есть здесь ритм такой. Раз, и, два, до, си, до третьим, си четвертым. А фа-ля, ре, один, два, четыре. То есть четверть, восьмая и две шестнадцатые. Вот. Значит, левый ре минор. Раз, и, два, и. То есть вот эти две шестнадцатые на аккорд в левой. Так, идем дальше. Ля минор. Ритм. Это уже было. Это у нас было в шестом такте. Ля си до. Здесь ля минор. Не буду заострять, просто сыграю со счетом. Не буду заострять внимание, просто сыграю со счетом. Раз. И. Два. И. Дальше. Раз. И. Два. И. То же самое, что и в седьмом такте было у нас. Единственное отличие здесь в левой будет ми септакор, а потом в левой будет соль диез. На вспомогательном ряду напротив баса ми. Аккорд тот же самый, ми септаккорд. Вот. То есть получается раз, и. Видите, ля после и. Два. И дальше уже на два у нас соль си и бас соль диез. Два. И. Еще раз. Раз. И. Два. И. Раз. И. Раз. И. Два. Так, и дальше у нас до миля. Четверти. Раз, и, два, и. В левой тоже у нас четверть ля минор. Все. Здесь закончилась первая вариация. Так, значит, она состоит у нас из трех фраз по 4 такта. Получается всего 12 тактов. Вот. Вы можете каким способом разбирать? Если вам удобно, сначала можете разобрать правую руку, потом левую. Обязательно нужно считать, что в правой, что в левой. Обязательно пальцы. Конечно, пальцы я написал вам свой вариант, мне такие удобны. Но если вам неудобно, вы можете переделать, написать свои. Вот. Дальше, по штрихам. Все здесь должно быть упруго, очень упруго. Вот. Поэтому штрихи я бы... Вначале нон легато. И дальше все стаккато. Ну вот.
не все везде, да, стаккато здесь. Можно так и легато можно сыграть, и везде стаккато. А вот у меня, я например, играю фа-ля в третьем такте. Он легато, а потом стаккато. В общем, штрихи вы можете сделать свои. Главное, чтобы они были немножко разнообразны. Да? То есть... Можно здесь так. Да, здесь так. Вот. Не буду говорить вам конкретно по штрихам. Главное, добавьте разнообразие, чтобы, например, не было одного легато всегда, или одно стаккато всегда, или одно нон-легато всегда, да? Вот. То есть здесь можно варьировать, фантазировать, как вам угодно. Просто если вы будете добавлять разные штрихи, это будет более интересно звучать. Вот, что могу сказать по штрихам. Ну, левая рука, классика, да? Упруга. Бас такой немножечко, чуть-чуть подлиннее. Аккорд короткий, сухой. Следим сейчас за левой рукой. Где-то можно залеговать, да? Выделить. Да. Да. Здравствуй, заходи, Миш. Сядь. Можно и упруго где-то леговать, чтобы было более интересно. Вот. Ну, я надеюсь, все. На этом всем спасибо. Пишите, задавайте вопросы. До свидания.